Из Брюсселя с трофеями. Сегодня в Чебоксары вернулась известная спортсменка, неоднократный призер мировых соревнований Светлана Захарова. Она представляла республику в европейских играх, пожарных и полицейских. Майора внутренней службы на перроне железнодорожного вокзала встречали коллеги и родственники. Багаж спортсменки потяжелел на 300 граммов. Именно столько весит 3 золотые и 1 серебряная медаль, которую она завоевала в Брюсселе. Ей покорились дистанции на 800, 1500 метров и 5 километров. Одержала победу Светлана Захарова и в легкоатлетическом кроссе. Спортсменка признается, что на этих соревнованиях у российской сборной было немало конкурентов. Одними из фаворитов европейских игр считались легкоатлеты из Испании. Но все же россиянам удалось выбиться в лидеры. Упорство. Хотелось бы, конечно, выступить во всех дистанциях своей силы и возможности. У меня все получилось. Я надеюсь, что на следующий год у нас будет также такая борьба среди полицейскими.